Представляю вашему вниманию дыню Саммит голландской компании Семенис. Дынь в ассортименте у них не было, скорее всего, или это испытательный участок, или, возможно, они уже включают ее в свой ассортимент. Вот так вот она выглядит. Спасибо за внимание. С вами был ваш супермаркет Семен. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.